Добрый день. Шестой раз проводится у нас конкурс на лучшее исполнение мелодии «Кантилена». В этот раз заявлено 36 номеров. Это достаточно большое количество, поэтому, значит, у нас представлено очень авторитетное жюри. Спасибо, Паша. Очень авторитетное жюри, состоящее председатель. Значит, это прекрасный преподаватель Светельников Сергей Владимирович. Он работает на военном институте, военных дирижеров, военного университета. Дальше. Ахтанина Ольга Геннадьевна, заведующая отделом деревянных духовых инструментов. Марина Михайловна Гуськова, преподаватель по классу общего фортепиано. Елизавета Борисовна Боинич, преподаватель по классу флейты. Дальше Варвара Александровна Стемасова, заведующая отделом медных духовых инструментов. Аркадий Петрович, преподаватель по классу тубы. И заслуженный артист Российской Федерации Ермаков Александр Николаевич, преподаватель по классу валторны. Значит, как и уже и немножко уже объявили о том, что у нас оценки выставляются по 10-бальной системе. Значит, я желаю, значит, нам, чтобы мы достойно оценили, объективно, справедливо оценили всех наших воспитанниц. Вот. Ну и, соответственно, желаю вам в вашем лице. А вот, чтобы победил сильнейший. Все. Спасибо за внимание.